Всем привет, с вами Тред-ресурс Мегаобзор.ком, и сегодня у нас на тестах набор вентиляторов Thermaltake PUA Plus 12RGB. Три вентилятора и блок управления. Средняя стоимость составляет 3000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Более подробная информация по магазинам и предложениям, а также характеристики по ссылке в описании к этому видео. Комплект включает три вентилятора, блок управления, кабель переходник питания, несколько набор винтов под разные сценарии эксплуатации, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон. Корпус вентиляторов Thermaltake PUA Plus 12RGB выполнен из черного пластика, рамка узкая. В отличие от протестированных ранее Thermaltake Ring Trio 12, группа светодиодов находится только в основании моторного блока. За счет того, что лопасти и крышка мотора выполнены из прозрачного пластика, создается эффект общей заполняющей подсветки. На четырех пластиковых направляющих крепится основание двигателя к корпусу. В одной из них скрыт кабель подключения. Для предотвращения передачи вибраций на корпус нанесены прорезиненные накладки на местах крепления. Каждый из вентиляторов подключается при помощи восьмижильного кабеля с 9-пиновым коннектором. Для работы Thermaltake PUA Plus 12RGB потребуется использование центра управления TT Premium. Выполнен он в виде компактной коробки с 5 разъемами под вентиляторы. Дополнительно к 3 комплектным можем подключить еще 2 устройства. На внутренней стороне находится переключатель для идентификации при использовании нескольких таких контроллеров. Есть отдельный разъем для подключения к USB разъему, материнской платы и гнездо питания. Весь необходимый набор проводов есть в комплекте. Эти вентиляторы поддержат управление при помощи программного центра TT RGB+. При подключении потребовалось выбрать вентиляторы вручную. Настройки подсветки можно распределить по 5 разным профилям. Отображается список контроллеров и общая кнопка настроек для всех поддерживаемых устройств. К моменту теста список уже включает планки оперативной памяти и материнской платы. В выпадающем списке есть функция синхронизации с Chrome. Так владельцы периферии Razer смогут создать общий эффект в работе подсветки. Выведен список режимов работы подсветки, выбор скорости работы и яркость. Также можно будет выбрать цвет для 9 светодиодов в отдельности. Отображается скорость вращения и выбор режимов работы. Сейчас вы видите данные по замеру уровня шума для этих вентиляторов. Напомню, что по ссылке находится текст-обзор, там можно посмотреть данные более детально. Thermaltake PUA Plus 12RGB с учетом невысокой стоимости выступает удачным решением для апгрейда корпуса или системы жидкостного охлаждения. Плюсом отнесем хорошо проработанную подсветку, детализированные настройки, синхронизацию с Razer, возможность масштабирования и низкий уровень шума. С удовольствием обсудим с вами Thermaltake PUA Plus 12RGB. Всем спасибо и пока-пока.